Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 27 февраля на канале Домашний состоится премьера нового сериала «Блондинка и брюнетка». По сюжету сериала Марина помогает подруге. Сама с Андреем устроилась прилично, имеет дом вдали от шумного мегагорода. Прекрасно понимает, насколько подруга квалифицированный специалист. Старается помочь и предлагает место вдали от суеты и хаоса. Однообразно малышка благодарит, открыв собственную клинику, пытаясь помогать людям, осуществляя практику в сфере стоматологии. Практично устроилась и чувствует собственную нужность. Правда, мечта любить не угасла. Настолько величественно отмечала всех парней, хотела жить и строить семью, но не прикоснулась к ее сердцу глаза ни одного. Женатый морочил голову, отчего сногсшибательного хотелось спрятаться в никуда. Потраченные 4 года ни о чем не напоминали, только о вере в возлюбленного. Не спеша он шел к разводу, сотворил шаги, желанные, но не в ее сторону. Отыскал пассию брюнетку. Она еще глупа, молода, ничего не соображает. Вопрос иным, предстоит ли ждать его дальше. Журавлева величественно страдает, переносит такие испытания в отношениях. Ей бы осесть, да внутреннее состояние губит душу. Премьера нового сериала состоится 27 февраля на Домашнем. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!